Да. Все, аниме, штамп, алло! Вся твоя жизнь штамп. Ты не понимаешь. Одного большого вируса. Там, блядь, маленькие девочки дерутся в каких-то уебищных костюмах, в мини-юбках, с ебаными этими жезлами. Блядь! Просто! А что тогда? Смотреть на ваших перекачанных пидоров, которые... Так там роплятся с этого! Типа, блядь, вот это вот, это охуенно! Это охуенно! А здесь ты смотришь на маленьких девочек... Не обижайся! И типа подразумевается, что ты должен на них дрочить! Нет, ты я не хочу дрочить на маленьких девочек! Ты хочешь дрочить на перекачанных школьников? Нет! Смысл в Джоже не в том, чтобы на них дрочить, а чтобы рофлить, а в Нанохе, чтобы дрочить. Нихуя, чтобы дрочить. Нихуя, да. На Нанохе смотришь, оно прикольно. Такой экшон. А когда их связали, что так для меня это было прекрасно. Смотри, ты смотришь на Джоджа. И такой, и тебе хочется блядь, что плевать. За хуйня? Ну это круто. Нет, это нихуя не круто, я смотрела Джоджа немного. Сколько? Две серии? Не дай Господь даже серию посмотреть, а МВ. Я отъехал. Все, я завалил ебало. Вот ты, ты даже не посмотрела одну серию. А ты на ногу сначала посмотри, вот потом поговорим. Ну, мы не правы, скажи, меня корунят. Скажи мне, да, аргумент, почему на Ноха не похожа на Илию? Или на другую? Потому другую что Илья это похожа. Лесбийское дерьмо. Я видела, как они лижутся, как они зажимаются, как на них тряпки разрываются. Они все такие, нет, по мне зеленая жижа потекла. А у Нанохи платье до пят, извини меня. И палка, которая гильзами отстреливает. Почему это не фан-сервисное дерьмо для педиков? Потому ну, что есть такое как понятие, как девочки-волшебницы фан-сервисные, а есть такие, как девочки-волшебницы, просто а-ля такая доброта, сражающаяся со злом. То есть маленькая девочка, сражающаяся за злом, которую смотрят взрослые чуваки, она не... нет, да? Одно дело, когда эта девочка подается, как для того, специально для того, чтобы всякие бородатые Саши на нее смотрели, а другое дело, когда оно просто показывается как мультик, как просто такое вот а-ля... аниме. А-ля аниме это Сакура, собирательница карт. А это то же самое, почти то же самое, только там они немного стреляют с этими жезлами. Это не сильно далеко похоже от Сакуры. А Сакура тоже маленькая девочка-волшебница. Даже Сейлор Мун, там и там намного больше фан-сервиса, тупой Сейлор Мун, чем потому на Нохе. Потому что сколько ей там, лет 14-15? Да, 14. И она там голая. Так на Нохе 9. 9? Все, мои аргументы исчерпались, все, ей 9. В третьем сезоне не блядь. Сама себя закопала. Просто закопала. Она просто берет лопатку и на голову себе вот так вот пеплом сыпет. Все, Ира, все. Ты проиграл. Счастье, да. Да, ну конечно. Блин, напомните, во сколько в покемонах... А Сакуре 10. Во сколько в покемонах получает своего первого покемона? 10. Даже в покемонах в 10 лет получает своего первого покемона. А тут девочки-волшебницы в 9 лет. И что? И Сакуре 9 или 10? Я Сакуру не смотрел лет 15, и что? По Нанохе фигурки вообще просто кайф. А в третьем сезоне им подожди, смотри, по Нанохе фигурки кайф, ты говоришь, да? Кто может покупать фигурки? Те, у кого есть деньги. Те, у кого есть деньги, это либо дети очень богатых родителей, что вряд ли, либо... Меня заставили. Ты ребенок очень богатого родителя. Ты нет. Тоже покупаешь фигурки? Да, но я покупаю не на Ноху. Ты покупаешь другую бабу, которая... Бабу! Бабу! Совершеннолетнюю. Хоть какую-то бабу покупаешь? Нет. Совершеннолетняя баба. У меня три фигурки. И что? И? Это не девятилетняя девочка. И? В чем проблема? То есть, в чем проблема, да? Я не знаю, как с ней спорить. Ну, типа, я у меня закончились аргументы просто. Типа, 9-летняя, и в чем проблема, блядь? Ну, не знаю. Ну, не знаю. А я ж не покупаю голых 9-летних детей. Спасибо. Потому что их почти не продают. Их продают, ты не представляешь, в каком количестве. Даже Саша хотел купить одного голого. Во-во-во! Я... Все. Я не при делах. Нанохе это топ.
какие Ильи реально сосуды. Наноха говно, и Илья говно. Илья говно. Оно разное говно. Мадока. На самом деле и Сакура тоже говно, я уверен. И Мадока тоже говно на самом деле. Да вообще девочки-волшебницы это кал. Абсолютно согласен. Нет. Хорошая аниме. Девочки-волшебницы, всякие разные там эти, всякие разные проекты перевоспитания. Это говнище. Говнище. Говнище редкое. Перевоспитание — это просто омерзительно. Это плевок в лицо. Девочка-волшебница. Да все, да просто все, даже девочка-волшебница. Типа, в Илье хотя бы, ну, можно понять. Ну, там, типа, красивая графика, там, ну, отмазаться можно, почему ты это смотришь. Типа, я смотрю это не потому, что там лесбийские девочки. А потому, что ты фанат гребаного Фейта, да? Да, потому, что я фанат Фейта, и там хорошая графика. За Фейта порцию мочи каждому въебало просто. А тут, типа, просто перевоспитание таких вот девочек-волшебниц. Сайт девочек-волшебниц тоже отвратительное дерьмо. Это мерзость. А это классика девочек-волшебниц. Типа, пацан такой, хочу быть девочкой-волшебницей. Он стал девочкой-волшебницей, у которого удлиняется меч. Просто больно. Мужик, вроде логично. Нет? Оно логично, но просто Не кричи так. Зато они руководились логикой, мужик. Они дали ему подходящее оружие. А ты смотрел? А какая логика сделать? Проект перевоспитания, конечно. Какая логика с девочкой коровой тогда, блядь? Как я вообще уже не знаю, как у тебя просто сорта говно не бывали. Серый.